И всем привет, друзья! Вы на канале Фортуна Гай, меня зовут Николай. Сейчас вы увидите ролик, посвященный игре Клон Дрон, про то, как мы сегодня с Артемом рубились в него. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, кто кушает, и let's go к видосу! Надо этот левел пройти. Надо его пройти. Блядь! Ну, Артём, ну я не хочу в это играть. Это хуйня. Артём. Я в тебе. Ну, Артём, это хуета, Артём. Ну, я не хочу. Ну, Артём. Ну, я не хочу это проходить один. Ну, нет. Ну, хорошо. Код кидаешь или play again? Play again просто. Просто play again. В этот раз я включил Friendly Fire. В этот раз я включил. Что? Ну все, ты умер. Путин Свенс. Макс да. Ну все, это it's a bronze tier, погнали. А какого хера ты прокачиваешься, а я нет? А какого хера я идиот, а ты нет? Ладно. Ты тоже не понял прикол. Ну ты что, не можешь убить быстрее, чем я хаммерботтал? Понятно. Понятно все. Какого... Давай, скажи, Артём, какого хера ты прокачиваешься, а я нет? Видал? Это скилл, как бы, это скилл поинтс. Зачем ты бежишь впереди меня? Ты же знаешь, что ты не впереди планеты всей, ты позади должен быть. Ты должен нюхать мой пердёж вот этот электрический. О, смотри, вурфер-боты уже на втором уровне. Чё, охуешь, что ли? Это просто карта с вурфер-ботами, а здесь нет вурфер-ботов. Здесь будут копейщики просто. Но было бы прикольно, если бы здесь были вурфер-боты сразу. О, вот это для копья, кстати, пацаны. Не надо, вот этих дядь. Пацанов насадить на копье только так можно. Если ты смотрел мой ролик, ты уже понял, что копье против них имба. Ой-ой-ой. А я тоже так умею. А им вообще посрать, да? Один минус. Отстрелы. Один минус. Так они отбивают. Только я не знаю, чем и как. Они отбивают. Я крипер. Минус второй. Ты стрипер. Минус второй. Третьего гноблю. Гноблю. Очень сильно гноблю. Загнобил его просто. Хорош, хорош. Пиздец! Коля, помоги. Да дай, да отойди от него, на тебя таргетится. Да ты отстань! Все. Дал преимущество копья. Жечь ведьму. Пиздец! Мы бы на этом закончили наше приключение веселое. Боже, ты не можешь. Ты что, не можешь справиться с одним красным? Артём, ну ты не можешь справиться с одним красным мужичком? Ну, Артём, ну ты не можешь справиться с одним красным? Ну, Артём, ну что это такое? Я хочу, чтобы тебя в воздухе набрил. Ну, Артём, ну ты не можешь справиться с одним красным? Серьезно? Ну, где он? Он меня задолбал. Потерял. Артём, ну ты не можешь, все. Ладно, доказал. Доказал, что ты Марк 2. Так, сейчас будет неожиданный дэнс. Неожиданный сиськотрах сейчас будет. Видал? Что у меня есть? У меня есть пукалка. Которую я аннигилировал пол сервера. А чё, они дойдут, нет? Нет, не хотят. Они умирают быстрее, чем идут. Алло, я быстрее, чем ты убил хаммерботал. А! У меня упали как кашки твои. Сука, кто-то открыл люк в космолете, блядь. Упали на меня эти, блядь, отходы. Роботизированные, сука. Пизда! Я за спиной такой огненный стояк твой. Бегу и вижу на задней части экрана просто. Стоячок. Старичок, пойдем на стоячок. Блядь, что я, куда я... Что при... Я нажал все кнопки одновременно, блядь. Куда я жмал, ёп. Сыр. Смотри нахуй. One, two. Ну почти. Two. Я на себя беру крафтер. А я то есть вот этих пердунов, да? Окей. Один пердун минус. Отбивает же удары другого меча, да? Меч. Да. Если не бить в этот момент.
Ага. 100%? Ну, смотря до какой-то дистанции. Вот должны быть на такой, смотри. Смотри, посмотри. Вот на такой. Видишь? Ага. Если ближе, я тебя... Вот как в прошлый раз было. Мы даже не двигались с платформы. Может, это обнова? Ну, пизда, не знаю, что делать. Ты чё, ты не можешь справиться с одним фиолетовым арчем? Бляха! Мне пизда, да? А, нет, всех убили. Оп, 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 оп. О, залетела пилюля. Доказал, что не паукобот. Залетела пилюля. На, сука. Ой-ой-ой, ну я ж тебе бошку прострелил. Где я, блядь? Сука, не, паукобота надо просто заканчивать сейчас. Пуля улетел. Шпа! Ой, блядь. Просвистело, блядь. Не мануса. Не надо, паука, блядь! Сука. Все лучники, если чё. Да меня бесит вот это вот. Ну не. Бесит эта скотина. А кто жив? Лучник. Ты чё, пиздец? А, не. Лучник снизу, дебил. Да я понял. Я просто прикольденс. Ой-ой-ой, как... А кто стрелял, блядь? Нам два апгрейда сейчас дадут или один? Один, почему два? А, не, два должно быть. Да, два должно быть. В смысле? У тебя один, потому что ты умер. А, да. Я не понял, что за хуйня, блядь. Где мои 40 апгрейдов, блядь? Где мои 40 апгрейдов, бля? Так, погнали, let's go, let's go. Тут смотри, чувачки есть такие вот, противные, неприятные. Ой-ой-ой, Артемчик, что ты творишь? Что ты творишь? Я такой. Что ты делаешь с этими хаммерболтами 20 тысяч? Что ты с ними делаешь? Оу май, это же пинджерболты! В армор, пендельботы. Кстати, они сейчас просто отсосут. Смотри, раз. Смотри, два. Сей три. Сей четыре. Сей пять. О, напнули пацана. О, пинают пацана. А я не позволяю такой хуйни, меня никто не пинает, понятно? А, я блил! О, сосоть, сосоть. Ты можешь защититься? Да, я защищаю тебя, защищаю. Давай. Тебе пизда. Нет. Ну я старался, честно. Я честно старался. Ты поверишь, если я скажу, что я старался? Как попасть в эту большую дилду, блядь? Смотри, показываю один раз. One, two, three. Красиво. Я слизываю эти косточки. Блядство, разврат и наркотики. Понял, кто ты? Куда? Стоит на этом лифте ебаном, блядь. Тут огненный. Я здесь справился. А! Блять! Говно, говно! Говно X2. Нет! Нет! Не надо такой хуйни. Ну ты там долго. И ты не можешь справиться с одним, да, вот этим вот одним. Ооо, я думал, ты сейчас вот туда полетишь. Я, кстати, туда полетел и чуть не долетел, но я вовремя нажал. Я там распальцовка, да. Но я там такая. Клоун Джон in the Danger Zone. Ой, я знаю эту игру. Да? Серьезно, ты играл в нее? Бля, я уже не помню, такая ностальгия. Помню, тоже записывал на канал. Такая старая была. Не нужна никому. Ой-ой-ой. Ой, уборщички, уборщички, вас забыли удалить из игры нахуй. Шпингалоты, шпингалоты, шпингалоты. Стефан Найн. Видал, лук какая МБА, а ты говорил. Просто ты сегодня нихуя не делал, ты просто шел вперед, а я уничтожал. А я просто уничтожал, я просто ебашил.
Ну ты там долго, ты не можешь справиться с одним? Я сдох. Ты не можешь справиться с одним? Еще как в начале от болгарки. А, ты круче, чем я думал. Я сегодня откроем Коля. А я долбоёб, кстати. Играй. Очень приятно. Так, все, я лучник. Окей, ты лучник, окей. Ты меняй тоже. Окей, окей. Пизда! Пошли, алё, куда? А, ну я, блядь, такая, тупая. Я сегодня не знаю, я сегодня не клон-дрон. Ну я сегодня не клон-дрон, ну что поделаешь? Что поделать? Я не дрон-клон сегодня. Я сегодня нублан. Я сегодня еблан, нублан, понимаешь? Я вот этот вот сегодня. Я нубёшка. Все, надо собраться, но я не могу собраться, мне тяжело собраться, копьё, ты понимаешь? Все, только копье. Only копье до сотого левела, понятно? Ну ладно, у нас будет огненное дыхание. Видал, что умею? Своих охуячу. Видал, бля? Да, бомжи. Нихуя себе, как бы. Да, бомжи. По факту раскидал. Сейчас будет только так. Будем разнообразить геймплей. Как говорится, игра дает нам несколько видов оружия. Мы будем играть за эти несколько видов оружия. Я тебе помог. Прицелься хорошо. Я не понял, как я сдох, кстати. Он подпрыгнул, я увернулся, и он как-то в меня попал. Я хуй знает, как такое происходит. Я умираю от синих, блядь, ботов. Я никогда от них не умирал, по-моему, в жизни вообще. Куда ты стреляешь, скажи мне? В голову стреляй ему. Куда ты стреляешь, блядь? Я сказал, в голову стреляй. Понятно, он в колонну убить решил. По ногам, суки. Каким ногам, блядь? В голову стреляй. Вот. Так с другими надо. Только не подпускай слишком близко. А если промажешь, то бипиз, да? Как он это делает? Он же на месте стоял, не двигался вообще. Достал. Прыгай туда. Прыгай туда, там дают 5 апгрейдов. Прыгай, прыгай, прыгай. Ну прыгай, там дают 5 апгрейдов, прыгай. Я прыгаю нахуй, я хочу 5 апгрейдов. Ёпта! Я выжил. Все, у нас теперь по 10 апгрейдов на двоих. Раньше щиты почти со 100% вероятностью отражали стрелы. И они были неуничтожимые. Сейчас же это полная хуйня. А, ну что, не можешь справиться меч? С одним фиолетовым? Откуда у тебя меч, муразота? Что такое? Я записываю видос. Представляешь? Ты можешь ко мне не заходить, когда я записываю видосы? Голя мне пол груда касайте. Я даже не знаю, как тебя так красиво распилили. Робот, с которым ты сражался, явно был дизайнером. Дверь мне закрывай! Ты никогда не закрываешь двери. Дверь мне сделал, блядь! Дверь мне запили, блядь! Ну, дверь мне не закрыли. Дверь мне не закрыли. Я не понимаю, почему он не может закрыть дверь. А! Ты чё не говорил то, что за мной тут сзади идет? Я бы остановился на одну секунду. Я сказал. Я тебе намекнул. И чё, ты не можешь справиться? Стреляй по нему, хуярь. У меня нету второго. Блять, так и знал. Красиво, черт убери. Да какое залипание клавиш, вы нахуй? Или, блядь? Конечно, блядь, я любимчик. Я любимчик. Давай, next. такой голый бот. Охереть. А чё, ты меч качаешь, да? Ты меч качаешь? Ширину стрел. Понял. Она мне не очень помогла. Я вижу. Смотри, красиво делаю. Показывай один раз. Видал? Все, он умер. Нет. А чё с ним, блядь? А. Нифига себе, вторая форма. У него просто, да, вторая фаза. Просто голова одна осталась, которую можно пинать. Как мне, который летает. Копье хорошо, оно красиво разбирает. Это необычное ощущение, понимаешь? Острое ощущение. Я вот так сделал на всякий случай.
Все, let's go. Не прокачиваем тим ревьюсы, понял? Играем такими, какие мы есть. Все. Никаких тим ревьюсы будем прокачивать после того, как все прокачаем, все, что есть в этом мире. Я одного ебнул, дурачка. Дулеймара, так сказать. Нет! Хорош! Минус, минус лук. А и где у меня рука? Минус лучник. А все, у тебя нет руки. За что? Вот так вот. Ну ладно, теперь есть. Теперь есть. За что? Тебе решили вернуть, так сказать, компенсацию. Сейчас к нам полетят, пацаны. О, кто тебя стрелять учил? Скажи, пожалуйста. Спайдер-тролл 6000? По кому ты там наяриваешь? Он сейчас не... А, нет, он долетел. Нет. Он не долетел. Я его сбрил. Да. Все, прокачиваю еще хаммер. Смотри, какие у меня размеры прикольные, смотри. Вот эти, я понимаю, это мужские. Мужские, так. Мужские размерчики. Сука. Ты еще жив? Как сарделька выживает в этом мире вообще? Я на крипера похож. Ну ты так же взрываешься, когда в тебя копье. Все, мне изменяют с Артемом. Апгрейд-бот мой изменил с Артемом мне. Ты просто представляешь. Я буду драться. Но я тебя уже бил 6 раз. Погнали. Вот эту карту я знаю. Эту карту я люблю. Да все, все. Там сейчас будет раптор на повороте, смотри. На! Ну ладно, он в лаве сгорает так же успешно, как и появляется. А вот здесь прикол надо делать свои, какой вот такой. Оп! И потом вот так вот луком. Шпау, шпи, шпу! Как в Майнкрафте! Это я же его убил, правильно? Правильно. Погнали, next, погнали, next. Ну это синие бомжи, это лохи. Это чушканы. Спасибо. А как он не умер? Я. На! Come on the trail. Ты его отправил, блядь, в стратосферу кругосветную. Ну ты убьешь его, нет? Ты не можешь справиться с одним фиолетовым, Артём? А со вторым фиолетовым ты сможешь справиться? Погнал. Без проблем. Давай. Погнал. О, понятно, не может справиться. Ну типа вот эта большая елда летающая. Все, ее уже нет. Мне бы джетпак уже прокачивать на самом деле. В общем, коплю 2 очка для джетпака. Я беру на себя пинкобот. Нифига себе, тут эпик происходит. Так, от одного я избавился. Ну я уже все, я начинаю набирать форму. Что-то днем я был совсем никакой, сейчас я уже что-то могу. А, что происходит? Я с ним разберусь, не волнуйся. Хер тебя. Пяткой. Да этот прыгает, попрыгун. Молодый, Коля. Нифига себе я сделал, я ему в полете в голову попал. Почему я без ноги? Что за хуйня происходит? Ладно. А где я? Где пацаны? I think about it's energy. Так, это тут летает, его весело, пиздец. Так, кто еще? А тут еще пацаны. Точно же пак надо прокачивать. Прям срочно. Хорошая музыка для вот этой хуйни. Давай, лети ко мне, сейчас будет битва в воздухе, нахуй. Ну где этот финкобарри, он OG, блядь? OMG. Что творит этот лев? Да, блядь, да не в броне это пиздец! По ним надо минимум... Да, достать! Пипирка моя не достает до этих мужичков. Не достает моя пипирка. Как бы это ни звучало. Нормально. Живем, живем, но вы живем, живем, вы живем. Мы тут Артема не видели. Ты воздух прокачал.
Все, хоть какой-то джетпак, хоть какой-то джетпак. Почему он такой медленный, блядь? Надо этот левел пройти. Надо его пройти. Блядь! Ну, Артём, ну я не хочу в это играть. Это хуйня. Артём! Я в тебе. Ну, Артём, это хуета, Артём! Ну я не хочу! Ну, Артём! Ну я не хочу это проходить один! Ну нет, ну хорошо! Я хочу умереть! Я хочу умереть! Пусть мои мечты сбудутся в этом году! Артём! У меня слишком медленный джетпукер! Артём! Я закончился, я не хочу больше. Я не хочу это терпеть, я не знаю, я сегодня никакой, Артём. Мне отец не закрывает дверь. Это просто пиздец, мораль. Дверь мне не хлопай тут. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте в плейлисты, отправляйте друзьям, делитесь, если вам нравится, пишите в комментариях что угодно, я все прочту, на все отвечу. И пишите, что не понравилось тоже. Всем удачи, всем до новых встреч. Пока.